Всем привет! Сегодня посмотрим пистолет горячего воздуха от компании Техас, моделька TA0149. Значит, по характеристикам, что напряжение 220 вольт, 50 Гц частота, на первой скорости потребляемая мощность 1200 Вт, на второй 2000 Вт. Двухскоростная, соответственно, на первой скорости 350 литров в минуту 300 градусов, на второй скорости 550 литров 500 градусов. Давайте посмотрим, что идет в комплекте. Значит, в комплекте у нас сам фен, в принципе, выглядит неплохо. Корпус из пластика, кнопка на два режима. Так, что еще у нас? Инструкция по эксплуатации. И, в принципе, все. Так, давайте посмотрим действие. Значит, на первой скорости будет 300 градусов горячо. Проверим, как оно на пластике. Как видим, пластик плавит. Я думаю, вторая скорость его просто сожжет. Аж воняет горелым пластиком на самом деле. Дыма нету, но запах очень сильный. Плавится. Так, с пластиком понятно. Давайте посмотрим, как же будет на дереве это все. Как видим, дерево тоже уже горит. Заказать такой пистолет можно у нас на сайте. Ссылочки будут в описании. По всем вопросам пишите, звоните, будем рады проконсультировать.